Ханты-Мансийская специальная комиссия проинспектировала качество ремонта объездной дороги с помощью выездной лаборатории. Обновление дорожного полотна прошло в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Все работы подрядчик завершил раньше назначенного срока. Отразилось ли это на качестве, узнала Александра Амелина. Эта камера видит мельчайшие дефекты дорожного полотна. С ее помощью специальная комиссия проинспектировала отремонтированную объездную дорогу в Ханты-Мансийске. Электронный инспектор помог выяснить, с 5-километровым отрезком трассы все в порядке. Очень большой объем. Вот, ранее такого объема большого не выполнялось. Как вот по автомобильных дорогах в целом, так и по улицам города Ханты-Мансийска. Сделано очень качественно. И чувствуется, что у нас появилась не городская компания, а региональная компания, которая может действительно выполнять очень качественно, хорошо. Оценивается не просто ровность дороги, проводятся и лабораторные испытания. И в том, и в другом случае отклонения от нормы нет. По словам проверяющих, трасса комфортная и надежная. Новое покрытие остается стабильным при механических воздействиях и характеризуется повышенным коэффициентом сцепления шин с поверхностью дороги. Площадь дорожной одежды, которую делали фрезерование и перекрывали двумя слоями, 144 тысячи метров квадратных. Закончили срок, качество, я думаю, вы определите, замечаний таких больших не было. Этот участок является частью северного широтного коридора и одним из важных транспортных объектов Югры. Поэтому следить за тем, чтобы он оставался в идеальном состоянии, приходится тщательно. Вот они, новые 5 километров дороги. Такое покрытие имеет высокую износостойкость, длительный срок эксплуатации и низкий показатель уровня шума при движении автотранспорта. Ремонт также коснулся откосов и обочин. Их укрепили щебнем, а асфальт теперь украшает новая дорожная разметка. Все работы выполнены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Александра Амелина, Андрей Аширов, Вести Югория, Ханты-Мансийск.